Кроме того, заявил Скиданов, несмотря на оптимистичные цифры, которые показывают квадратные метры будущего и уже возведенного жилья для переселенцев в Ноябрьске, а это ни много ни мало 235 тысяч квадратных метров, существует мнение, что в муниципалитете есть слабое звено, которое тормозит весь процесс. С моей точки зрения, не кажется ли вам, что на территории муниципального образования затянулся процесс задела? Не кажется ли вам, что не все механизмы муниципальных органов самоуправления на 100% в полной сознанке, что называется, работают на реализацию данной программы? Я сегодня этот посыл делаю безадресный, не персонифицируя, ни с кем не связывая, тем самым давая вам возможность определиться, где, возможно, зарождается или где образовалось или в стадии образования слабое звено и каким образом его расшить.